Да, моментально. Все, заканчиваем погрузку. Телевизор на место. Я сказал на место. Все, готовы. Личные вещи. Банки. Пятилитровые банки. Украинские мисочки, пожалуйста. Что нас объединяет, по-своему объединяет? То, что как бы те, кто за Украину, они, как правило, не склонны жаловаться. Вот так, там книги какие-то, но я там целую книгу видел. Да, отдашь вещи. Все плохие, а вот тут еще что-то, а вот еще что-то. Как-то, как правило, это люди, которые что-то делают. Они не склонны жаловаться там, и так далее. Вот. И точно так же я как бы хорошо понимаю, что если я не случу, то есть лампочку, и никто не будет. Я это знаю на всем протяжении уже, и как бы у меня это уже просто рефлекс, ага, тут взял, чтобы не закончили, дошел, ага, перегорело, вылазил, да, 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 при этом они жалуются, глянут, что до этого. Вот. Но мы как-то общаемся, те, кто за руку. Все равно дискуссия. А вот как вот это? Как вот это? То есть, а зачем вот это? Ну, есть всякие моменты. То есть, а надо ли вот это? А надо ли вот это? Там? Зачем надо? Отношение к правому сектору. Как будет? Как это будет? Как это будет? Все равно есть нюансы. Мы обсуждаем там. У нас нет. С другой стороны, зомбированы же традиционные идеи. Нет, все вокруг фашисты, все вокруг предатели. Нет, только Путин, 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 Путин. Ребята, ну как мы понимаем? Нет, мы же русские, это, они нас не секундируются, они нас всех тут. Это самое, мы скакали заставы, заставили, потому что у них никто не скачет, тут поставили и так далее.